прохлада спустилась, на землю ночь спустилась. Лишь костерок пастуший горит в туманной мгле. Все люди отдыхают, они еще не знают, что родился Спаситель сегодня на земле. Родился Спаситель, расскажите нам, как это произошло. Садитесь поудобнее и слушайте внимательно. А было это так. Более 2000 лет назад в городе Вифлееме Дева Мария родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые держали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень. Слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясли». Когда ангел отошел от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем известил нам Господь». «Пойдем, пойдем». Господи, слава тебе!
которая научит нас добру и справедливости, кротости и смирению. Тише! Сказка подошла совсем близко. Смотри. Yeah.
А мне вслед только головами качают.
Слово доброе никто не скажет. Не люблю я ее. Бы избавиться от нее совсем. А что, дочка? Избавиться-то можно. А что, если ее в лес завести? Да там на морозе и оставить. Пусть Дед Мороз превратит ее в сосульку. Да заморозит покрепче. Есть и похуже. Есть своего брата не стыдятся и Бога не боятся. С такими людьми и жила бедная падчерица. А отец, что же, боялся злой старухи, горевал, ну а слушаться не смел. Вот ведь и придумала мачеха Мастеньку со светлой жить. Чудо! Я ее...
морожу, а она тепло. А ну-ка я холода прибавлю. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло, морозушка, тепло, батюшка. А девица-то замерзла совсем. Однако жалко мне ее. Такая приветливая да ласковая. Морозушкой да батюшкой меня величает. Не стану больше ее стугить. Отогрею и награжу за такое смирение. Вставай, дочка, вставай. Ты ко мне с добрым словом, и я к тебе с благодарностью. Меня, Морозушку, вспоминать. Порадовала ты меня. Такая приветливая да ласковая, что сердце радует. Ну, да мне пора идти. И ты, дочка, ступай. Добрый путь тебе. Метель ей пела песенку. Спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал. Смотри, не замерзай. Попрошу старика сундук с подарком туда.
холодно-то как? Так замерзнуть можно. Где же Мавлоска-то в самом деле? Смотри-ка, другая девица. Да вид у нее как будто недовольный. А ну-ка я пощелкаю, позабавлюсь, да поморожу ее. Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная? Смеешься ты, что ли, надо мной, старик? Руки и ноги сейчас отмерзнут. Какая дерзкая и неучтивая девица. А ну-ка я холода прибавлю. Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная? Совсем застудил меня, старик. Если подарок мой пришла, ты морозишь, потешаешься. Корзина на свет не злата серебра. Вот камней драгоценные. А еще сундук с приданным не надо. Скорее! Замерзла я. Эх, дива. Со мной в лесу еще никто так дерзко не разговаривал. Однако рассердила ты меня. За дерзость и грубость твою будет тебе от меня подарок. Была ты девица простая, а станешь ледяная.
Чула Бога радость вам принес, что в пещере.